Всем привет, меня зовут Света. Мне очень импонирует системный подход, которого мне не хватает. Занимаюсь дизайном интерьера и декорированием. У меня своя студия, называется In Wonderland Interiors and Decoration. Моя сильная сторона — это идейные концепты, абсолютно уникальные. По поводу системности, с этим нужно работать. Пришла я с некой кашей в голове, потому что много мыслей как надо. Нужно было выстроить структуру, систему. И здесь у меня уложилось вот в голове, прям такие даже прописанные по шагам, по пунктам, что делать, зачем, что я получу на выходе. И самое главное, то, что я ответила самой себе, на каком этапе я нахожусь и куда я стремлюсь. Но меня зажгло, на самом деле, сейчас идея про то, что выйти на мировой уровень, печататься в международных журналах. Я не знаю почему, то есть, ну, это такой, наверное, самый большой страх, и это такая самая большая цель далекая, но она реальна. Это не какая-то там морковка, которую можно повесить на всю жизнь, там, себе до конца жизни, а действительно по шагам можно прописать, как к этому прийти. И это очень круто. Дальше уже некие системные действия, то есть с этим тоже можно разбираться для меня, это такой некий инсайт был, что с моим творческим мышлением можно прокачивать себя в системности, в системном подходе. Здесь будет работа с регламентами, с сотрудниками, с выстраиванием команды. И дальше уже можно будет заниматься пиаром. Это для меня такие киты, которые приведут меня к моей цели. Если брать личные консультации, это, конечно, более индивидуальный подход. Сюда я, наверное, рекомендую прийти все-таки руководителям студии, по крайней мере, тем, кто считает, что он дорос до этого и уже начал какие-то шаги, чтобы уже было понимание, где есть сильные стороны, где есть слабые стороны, чего хочется. По поводу обучения, здесь все, кто так или иначе связан с дизайном, смежные какие-то профессии тоже, и поставщики тоже могут. Здесь, на самом деле, очень системный подход и понимание четкое по шагам конкретно, что делать. Кто стремится развиваться, я, в общем-то, рекомендую.